Ну что, друзья, долбанутым нет покоя. Воскресенье в 11 утра после вчерашнего позднего концерта я решила сделать себе вот такую прическу. Поэтому сегодняшнее утро я провела у девочки, которая мне заплетала все это чудо. И снова не выспалась. Мы приехали на саундчек в Эхо. И все для людей. Дорога просто шикардос. Главное ногу не сломать. Последний раз мы здесь идем. Что я не хочу вниз. Тетечка вот сказала, что девушка какая-то там упала вчера сильно. Поэтому я обошла. Мне кажется, мы тут нашагаем не 1000 шагов за эту недельку. Короче, знаете, в чем прикол? В том, что мы сейчас идем вниз, и это вполне себе терпимо. А подниматься нам потом вон туда. Гуляли, говорит, только артисты. Все сидели на Росконгрессе. Ну, чего тут? Да, так вот, я про это и думаю. Нам, да, Сашка, нам какая разница, нам деньги платят. Сейчас мы играем для представителей делегации. Это с 5-го. Но они сюда не зайдут, да? 9-го, с 5-го по 9-го, 11-го мы точно тут будем уже. Тут будут местные, уже будут пускать, да? Будут пускать те, кто зарегистрировался. Просто если Сережа хочет, там на сайте надо регистрироваться, места ограничены. Поэтому все. Что мы делаем? Создаем? Как в этом, да, было же, блядь? Видимость п***й жизни во Владивостоке. Россия! Вообще оделся нормально. Вообще, по-вэфовски. Объелся? Надо было мне волосы не в белый покрасить, а в триколор. Короче, я завтра разбавлю. Синеньким и красненьким. Слушайте, тогда, мне кажется, вообще меня возьмут тут во все концерты. Вообще не помню дороги, в принципе, как мы сюда шли. Что-то где-то шли, блядь, шли. Так ты с Биланом еще на ПП встретился. Так его не пустили, блядь. Я баллончик забыл выложить. Кстати, мусорку там выкинул, нахуй. Менты на меня такие. Зачем вы заберешь потом? Что, все? С мусорки? Ну, блядь, оставил бы у них. Под камнем положил. Заберу. Мы идем на чек. Вообще, ебашь, вообще. Что за Фомич? Скоро. Настя, как дела? Это басист? Я не всегда, да, плакать. Хочется, когда я услышу. Это прям, ты тоже хорошо играешь. В общем, завтра мы играем на главной сцене, а потом мы играем на павильоне. Павильонов тут дофига и больше. Павильонов миллион. Да. Ну там, наверное, Камчатка. Надо, да? Прогуляться вот так по набережной. Там, короче, мы играем на Приморском крае и. Как это объяснить-то? Я потом обрежу, Юра. Пам-пам! В общем, у каждого павильона своя программа. Да, представлена своя программа. Играют люди с этих регионов. И танцуют, и поют там по-разному. Им, наверное, транспорт обеспечили, да? Не факт. Я из... Ты где? Да вот он. Из дубайского павильона. У меня нету. Арабские песни, а у меня есть. Так я из еврейского. Ну, еврейский есть. О! Еврейский автономный округ. Да, есть. Ну, все вот эти лепсы, мечты, наверное. У нас же саундчек репетиция. Он такой сегодня. Это сцена павильона. Короче, да, начался мы пониже. Мы отчекались, и начался дождь. Они припарковались. На всю неделю передают супер тайфун. Говорят, что будет ветер 28 метров в секунду. И дожди. Короче, все, мы домой. И с завтрашнего дня начинается крутая жизнь. Смотрите, какой красивый вид.
красиво. Да, да, очень красиво. Еще посмотрите, я не знаю, видно вам или нет. Лучи светят. Вон там мы выступаем. Представляете, сколько мы шагов уже прошли? Ох, я встала. Машины шмонают. Проверяют все, там досмотр. Сейчас, короче, вообще ничего не видно. Но там, короче, металлоискатель, собачка, комиссар Рекс. Все серьезно, будь здоров. Короче, первый день в ЭФА. Все записала. Сегодня женщина посмотрела на меня вот так вот, оценивающим взглядом, и сказала: господи, что не так с людьми? Ну, это нормально. Мы нашли цивильный спуск. Поэтому я тут быстренько пробегусь. Потом, если получится, еще поснимаю. Смотрите, какой красивущий вид. Люди из этих регионов. Прикольно, да? На самом деле, я вот прямо сейчас не успею, конечно, все снять, потому что вон улица идет. И вон там кончается, у меня очень мало времени. Поэтому и там вглубь еще куча всякого интересного. Ой, ну вид, конечно, потрясающий. Главная сцена, на которой мы сегодня будем играть. Мы отыграли первый блок. Ну что, люди очень серьезные, всякие послы, олигархи.
Ну, кто-то танцует, даже протанцует, прихлопывает. Я тут в уголочке сейчас спрячусь, потому что как бы... Короче, все нормально. А, моя установка находится рядом со столиком индусов. Они там вообще отжигают. Так что нормально. В общем, во-первых, я сфотографировалась с послом Доминиканской Республики. Мы все это сделали. Сфотографировались, между прочим. На секундочку, у вас фотографирует посол Доминиканской Республики. Во-вторых, к нам подошел еще один очень серьезный мужчина. Может быть, тоже какой-то посол, мы не знаем. Попросил сыграть Владивосток 2000, но Владивосток 2000 в стоп-листе сегодня. Даже не знаю, по какой причине, может Почему? Быть. Почему нет? Да. Война. Нет, да вообще это странно, это, блин, Россия любит все запрещать. Причем он так чистенько говорит на русском. Да? Уходим. Короче, то ли из-за того, что там с гранатой в руке, то ли, может, Мумитроль что-то как-то высказывался по политической ситуации в стране. Вот. Но он сказал, сейчас я поговорю с организаторами. Так что, возможно, Владивостоку 2000 сегодня быть. Вот мне, кстати, посол Доминиканской Республики дал свою визиточку. Летим в Доминикану все. Здесь печеньки. Thank you. Спасибо. Миша общается там на английском. How English sound? Cool. I mean, it's beautiful. Your music is great. What you play, how you...
Следующая штука. Здравствуйте. Мы тоже пришли к вам, привела вот друзей. Все виды здесь. По-моему, уже все позабыли. Алина еще есть. Да. Что, конфетку попробуем? Да, тут действительно. Я пошла. А можно я возьму еще пару штучек? Да. Я хочу угостить. Сибири, да, мне просто уже очень сладко, спасибо большое. Я просто, у меня уже вяжет все. Идем к яхте. Осталось 8 минут. Капец, мы так бежали. А она еще даже не пришвартовалась. Ой-ой. Вот она, наша. За нами идет. Офигели? Давайте на моем фоне. Я снимаю видео. Репортаж снимаю. Снимаю репортаж. Как вы себя чувствуете? Обалденно, а? Сегодня на яхте. Ты здесь мы пришли вовремя. Запрыгнули, так сказать, на отплывающий теплоход. Да. Миха сидит, костерчик сейчас запалит.
настраиваемся, подключаемся. Вот у нас корабль такой. Доброфлот. Реклама. Скидываем донаты, консервы с аэро. Но это еще не самое интересное. Самое интересное будет, когда мы выйдем в море. И здесь вместо асфальта будет вода. У меня отдых. Да, и начнется уже совсем другая песня. Музыкальное сопровождение идеально. Калинка, малинка, это что это такое? Полька, пулька. Нет, я шла как-то. А, иди, я лечку сидеть. Да, нет. А где-то, вон там, да нет. Ой, мы что, отошли? Нет, это как а? Я толстая. Начинается истерика. Да? Блин, хорошо мне на самом деле сижу посерединке. Мне нормально, виды шикарные. Они сказали, что не Роспотребнадзор. Ой, да что ты... Слушай, он после этого сказал, что он звукач вообще. Зря я баллончик не взял. Ну вот. Да-да. Короче, попались люди какие-то, просто неадекватные. Ну в том году что? Говорят, что зарежут нас. Есть свет? Свет. Где? Если мы играть не будем. Если музыка играть не будет. Так я и говорю, Витя, накиньте. А мы сейчас пока соберем аппарат, чтобы просто потом, когда мы до центра доедем, быстро свалить. Потому что у меня сейчас аппарат разложен, жесть весь. Президент улетел. Полная разруха. Декорации. Ой, сиди. Смотрите, видите, как красиво. Хотя еще 3 дня вас работает. And go. That's right. Hear the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jack. Don't you come back no more. Мы отыграли наш концерт. Ищу себе еду. Короче, кругом одни морепродукты. Нормальной еды нету. Десертов нету. А, нет. Десерт хочу! Десерт у нас гастроли сегодня. О, да! Да, кстати, у нас сегодня 2 концерта. Один здесь.
из другой кастроля. Я ненавижу этот остров, потому что я задолбалась тут ходить. Сегодня полнолуние. И приятная погода. Я люблю Россию! Во. Отличный контент. Помогите. А можешь любовь здесь? Короче, у нас последний день ВЭФа. Серёж, без боли. Тут я не навернусь. Вот это сейчас будет контент. Если я все-таки навернусь. Неси меня, река! За крутые берега! Видите, какие у нас голоса? Голоса России! Моя! 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 Возьмите его на песню на ТНТ. И на письки волоса. Не туда так, песни зашли уже. Темные. Нервы сдают или что? Ну да, нервы сдают уже. Псих. Ой. Берет просто. Я слышу музыку. Как вы можете увидеть, я сняла свои косы. Потому что очень хотелось помыть голову. Не. По-нормальному. И, кстати... Паркур. Я прошла в финал. И до свидания. Барабанного конкурса. Силы меня покидают, но придется идти до конца. Ой, ай, ой. И участвовать. Там, где сел. Так что следующий контент уже будет из Москвы. С конкурса. Когда-нибудь я отдохну. Я тебе взял гречку, ты предлагаешь мне ее. Нам сегодня последний день ВЭФа, почему-то гречку же, с рыбы раздают. Смотри, какая красота. Ну покушай. Богатство морей и огородов. Гляди, там гречка растет. Все, этот ад закончен.